Сегодня во всем мире отмечают День против насилия в отношении женщин. Поддержали праздник и чебоксарские активисты. Студенты вуза, среди которых было много девушек, устроили флешмоб у одного из торговых центров. Разыграв небольшие сцены ссор, молодые люди исполнили зажигательный танец, а затем выпустили в небо белые шары. Активисты призвали женщин не молчать, когда на них поднимают руку представители сильного пола. Где бы это ни произошло, на работе или же дома в семье. Для женщин, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в Чебоксарах работает специальный центр. Только с начала года туда обратилось более 20 человек. И все они жаловались на ссоры с мужьями. Правда, признаться в этом решаются не все. Не каждая женщина может прийти, может показать людям, что у нее сегодня какие-то проблемы есть в семье, в обществе есть. Поэтому у нас есть там на базе же этого нашего отделения есть телефон доверия есть. Не нужно об этом молчать. Прежде всего, когда в семье какие-то насилия есть, страдают дети. Именно малолетние дети страдают. Поэтому сегодня не нужно женщине об этом, наверное, открыто нужно говорить. Если сама даже она стесняется в каком-то плане, нужно уже соседям нужно помочь, даже своим чистым подругам. Многие женщины даже к нам приходят, узнают о нашем центре, о кризисном, на работе узнают. По данным Организации Объединенных Наций, в мире более 35% женщин страдают от насилия. Причем большинство случаев происходит именно на бытовом уровне, в семье.